Напомним, казахстанская сборная на Паралимпийские игры в Париже сумела добыть 33 лицензии в 9 видах спорта. Больше всего путевок завоевали парадзюдоисты. 10 наших соотечественников выйдут на татами. Кроме того, впервые в истории Казахстана завоевана путевка по настольному теннису. Честь страны в этом виде спорта будет защищать Алий Макулбеков. Всего на Паралимпийских играх в Париже выступят 44 казахстанских спортсмена. В их числе чемпионы и призеры предыдущих паралимпиад. Это Зульфия Габидуллина, Давид Дегтярев, Раушан Койшибаева и Нурдаулет Жумагали. В паралимпийских играх наша страна участвует уже 8-й раз. Настроение и настрой наших спортсменов очень хорошие. Как ранее говорил, что из 9 видов спорта на нашей стране, которые будут выступать на паралимпийских играх, 8 команд по 8 видам спорта уже прибыли в Париж и разместились. На данный момент они проходят учебно-тренировочные занятия, проходят именно по волейболу, сидят, идут товарищеские матчи. Опыт тех спортсменов, которые уже ранее выступали и являются призерами и чемпионами паралимпийских игр, конечно, будет сказываться на наших спортсменах и будут их поддерживать и морально, и психологически.